Доброе утро! Сегодня мы поможем вам пришить пуговицу необычным способом, который называется гусиная лапка. Ее зачастую используют на мужских сорочках для того, чтобы ваша рубашка была модной и современной. Для этого нам понадобится пуговка, сама рубашка и нитки. Желательно использовать нитки контрастного цвета для того, чтобы рисунок пришивания был виден на пуговице. В среднем мы берем полметра нитки для того, чтобы пришить одну пуговицу. Складываем ниточки пополам и одеваем ниточку в ушко иголки. Отрезаем равномерно и вставляем в иголочку. Складываем пополам, делаем небольшой захват, не до конца протягивая нитку. У нас остается петелька. В петельку вводим иголочку и затягиваем. Так у нас появляется узелок, чтобы не оторвалась пуговица. Потом берем пуговку, прижимаем ее к месту пришива и начинаем делать проколы. Прокол вниз, в центр. Пуговичка у нас с четырьмя дырочками. И пришиваем по 2-3 раза каждый прокол. Теперь делаем следующий стежок в правый прокол. Раз. И тоже два. Опять в центральный. Снова в правый. И снова в центральный. Следующий прокол делаем в левый. Влево. Центральный. Еще раз. Влево. Центральный. Для того, чтобы пуговичка хорошо держалась и удобно застегивалась, мы делаем ножку, прокручиваем несколько раз, затем делаем петельку и затягиваем узелок. Иголочку, ниточку прячем и получаем вот такой рисунок пуговицы. Надеюсь, это поможет вам быть модными и современными.